Всем привет, с вами Татьяна Кузьмина. Вы знаете, до этого у меня были заметки путевые по пути, а теперь они у меня беговые, на бегу, что называется. Времени абсолютно не хватает. Чем больше команды, тем больше потребностей у нее, и тем больше моя вовлеченность, естественно. Вот, что я хочу сказать, я прямо сейчас бегу на промостоечку, сегодня вторую смену работаю, и решила по пути поделиться с вами таким инсайтом. Смотрите, какая штука. Встречаюсь в некоторых чатах с такими разговорами сетевиков, что они говорят, вот у нас классная компания, классный продукт, приходите, значит, и при этом приходится доказывать, почему их продукт классный, какие у него выгоды у этого продукта, да, и это требует определенных дополнительного времени, скажем так, навыков убеждения человека и так далее. Не у каждого новичка этих навыков достаточно, и не каждый новичок этим навыкам может научиться. Почему классно сотрудничать с компанией Faberlic и строить бизнес именно с компанией Faberlic? Потому что нам не стоит никого убеждать в том, что наш продукт классный. Наш продукт на самом деле востребованный, он очень доступный, он действительно классный по качеству, стоит просто один раз его попробовать, и ты настолько привязываешься к своим любимчиком. Вот я сейчас буквально снимала видео про своих любимчиков до этого, да, и мне настолько было легко об этом говорить, и не надо никого убеждать в этом. Я просто сама попользовалась, показала, как это на мне работает, и все, человек загорелся, ему тоже захотелось, и в чате пошли уже отклики, я тоже такое хочу. Вот, что я хочу сказать. Все-таки очень классно, что в свое время компания Florange объединилась с компанией Faberlic, и именно с компанией Faberlic, потому что здесь действительно очень широкий ассортимент продукции, вот, и с этим продуктом очень легко строить бизнес, потому что не надо никого убеждать, что нам нужно каждый день мыть голову, что нам нужно каждый день очистить зубы, и для чего это нужно, да? Каждый человек придет и выберет для себя тот продукт, который даст, ну, кажется ему более нужным, потому что у нас размах идет еще и в ценовых категориях. Немножко приостановился, потому что скачет у меня экран, и мне сейчас дорогу переходить. Вот. И, соответственно, это действительно очень легко объяснить новичку для своих потенциальных кандидатов, почему выгодно пользоваться продукцией, почему просто сменил один магазин на другой, и все, и пользуйся, получай подарки, получай плюшки. Хочешь, пользуйся дисконтом, хочешь, пожалуйста, строй на этом продукте свой бизнес, потому что его абсолютно не надо никому не втюхивать, не впаривать, не говорить какие-то дополнительные слова, почему нужно пользоваться этим продуктом. Блин, просто потому что нужно чистить зубы каждый день, и тебе выгодно пойти купить зубную пасту не в соседнем магазине, да, в соседнем подъезде, а прийти в компанию Faberlic, потому что она тебе с этой пасты заплатит до 26% кэшбэка, потому что ты получишь подарок за то, что ты просто пользуешься продукцией компании. И потому что, в принципе, если ты расскажешь своим друзьям и знакомым о том, что есть такая классная продукция, и можно еще на этом зарабатывать деньги, каким образом ты пригласишь их себе в команду, ну, то есть начнешь создавать свою команду, начнешь создавать свой бизнес, пригласишь этих людей, они будут пользоваться, и с их покупок тебе компания будет выплачивать процент. Ну, блин, это очень круто, понимаете? Вот такие эмоции, такие мысли меня посетили. Если идея вам это нравится, пожалуйста, пишите мне в личку в социальные сети по тем ссылочкам, которые я оставлю под данным видео, и буду рада видеть вас в своей команде. Ну а если хотите просто пользоваться продукцией со скидкой, нет, не со скидкой, с кэшбэком, у нас теперь кэшбэк от 15 до 26%, хотите пользоваться подарками за то, что вы просто делаете покупки на сайте компании Faberlic, также пишите мне по ссылкам, которые я оставила ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, и буду рада увидеться с вами в следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.